Новый год принесет ульяновцам множество изменений в самых разных областях. В первую очередь речь идет о так называемой мусорной реформе. С 1 января 2019 года Ульяновская область переходит на совершенно новую работу по обращению с твердыми коммунальными отходами, согласно которой регион разделили на 5 зон деятельности. За каждый из них закрепили регионального оператора, отвечающего за сбор, транспортировку, размещение, обработку, обезвреживание и утилизацию отходов. В Ульяновской области, как и опять же по всей Российской Федерации, определен процент переработки отходов в течение первого года реформы. Мы планируем выйти на 20%, то есть это пятая часть всех собранных коммунальных отходов. Она должна будет переработана и возвращена во вторичный оборот. Региональный оператор номер 2 «Контракт Плюс», на территории которого побывала наша съемочная группа, уже полностью готов к реформе. Предприятие находится возле села Большие Ключищи в Ульяновском районе. Коммунальные отходы, входящие на полигон, проходят сортировку, обработку. В результате сортировки выбираются более 10 полезных фракций вторичных материальных ресурсов. Вторичные материальные ресурсы изготавливаются по ГОСТам, ТУ и передаются предприятиям-переработчикам. Предприятие работает на рынке вывоза и утилизации твердокоммунальных отходов более 10 лет. За это время накоплен серьезный опыт. На балансе свой полигон твердокоммунальных отходов, большой автопарк мусоровозов со своей автобазой, а также мусороперерабатывающий комплекс с мощностью 120 тысяч тонн в год. Предприятие оказывает услуги в Сенгелеевском, Тюрингульском, Ульяновском районах, Новоульяновске и Ульяновске. Сейчас региональный оператор очень активно работает по задачи установки контейнеров на всех этих территориях. И вот остается буквально 4 дня для того, чтобы завершить данную работу в Сенгелеевском и Тюрингульском районах. Мы держим этот вопрос на особом контроле. С нового года мусорная реформа коснется каждого из нас. С 1 января сменится сам принцип начисления. Теперь тариф будет оплачиваться с каждого проживающего. Причем он будет разным для каждого из 5 зон. На данный момент средняя стоимость услуги с человека будет 110 рублей. Сумма в дальнейшем может поменяться, но только в меньшую сторону. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.